Всем доброе утро. Ну что у нас сегодня? Утренний обзорчик, как ни странно, я сегодня проснулся как-то раньше. Поехали посмотрим, что у нас в воскресенье. Сегодня битва гильдии, атака фортов. Короче, куча всего. Посмотрим, что у нас по рынкам. В принципе, воскресенье на выходных у нас что-то интересное обычно закидывают. Так, что у нас есть? Ньюманс пак ни о чем. Дарк Мах — это вчерашний пак. Походу ничего таки не поменялось у нас. Все то же самое. Аккумуляция с ресурсами. Вот так вот. И сим-карт. А, конечно, 7800. Плюс скины, Матрона, Берсерк. 400 пыльцы, в принципе. Неплохо. Сим-карт. Ну, я не знаю, там, наверное, если этими акциями кто-то с нуля будет делать, это надо сильно задроствовать, чтобы 7800 забрать во всех играх. Ну, конечно, прикольненько. Считайте, можно сразу сим-карт отхлопотать, пальцы набрать. Прикольная тема. Так, поехали посмотрим, что у нас по халявам. Яйца, ну они такие себе всегда, здесь ничего особенного нет. Пиратик, кстати, пират четверга, что-то его перенесли с четверга на выходные. Очень странно. Так, ничего не поменяли с пиратом у нас. Так, остров. Билтепак. Билтепак тоже не меняли, поменяли на этом, на AS сервере. Сейчас заскочим туда, посмотрим, или там есть, или нет. На AS довольно-таки неплохой. Там новые скины, новые сумки, точнее, но питомцев таки не было. О, дерево есть. Дерево у нас есть. И что у нас по дереву? То же самое, все, ничего не менялось. 50 пыльцы, а было, по-моему, если я не ошибаюсь, или это на АЭСе 100. И здесь тоже было 100, тоже порезали. 10 камней, 10 таких. Ну, такое себе. Единственное, что монеты — донатная карта, все. Остальные расходники — это если вы без доната, возможно, они вам там более-менее будут интересны, но тратить на такое, я не знаю, я бы лучше потратил это под этот, под сундуки. Вот сундуки были вчера на всех серваках. А так, поинты. А, это 3000, это донатные сундуки. На 100, о, ничего себе, на столько и хватайка есть. Это огонь. Так, есть. Что у нас по хватайке? Вот хватайка обалденная этим опять. Что-то последнее время у меня на всех аккаунтах пятерки падают. Очень странно. Так, пятерку забрал. А эти я вообще забыл. Забыл и забил. Ну, в принципе, по времени мы успеваем. Может, и знаки забирать. Тоже классная тема, особенно первых 3 дня для бездоната. Так, Special Gift. Сейчас забежим на второй аккаунт. Мне интересно посмотреть, как на твинке, что мы словим. Уже второй раз на всех аккаунтах по 5 падает. Так, на твинке места не хватает, ладно. Так, настолка. Настолку я здесь бегал. А хватайка. 10. Вот так вот. Все-таки не пятерки падают. Десятки тоже падают. Ну, за 10 токенов в сундучке. Так, еще забежим сюда. Заберем здесь. А, она еще недоступна, следующая награда. Вот так вот. Так, сегодня у нас что, последний день, по-моему, если я не ошибаюсь, да. Последний день островка. Вот такое.
Так, поехали дальше. Поехали на Тайвань. Давайте забежим, посмотрим, что там. Нам надо будет, кстати, там еще битву Келли сегодня затащить. Так, а что у меня по этим, по гемам было? Это я уже провтыкал свой листик с гемасиками. Сегодня у нас последний день. Вчера мне нормально. А, вот он есть. А, блин, у меня здесь, по-моему, еще входа нету. Сейчас посмотрим. Или пустят нас так. Вчера у меня было 375 гемов. Вот так вот. Ну, в принципе, неплохо. Мы вчера нормально так потратились на немки с вами. Короче, это длительный момент. Я так это люблю. Вот это вот прохождение. Почему нельзя сделать скип? Хотя, ну, в принципе, недолго, но уже реально запарило, когда у тебя куча аккаунтов, ты переустанавливаешь полностью все на гаджете, и тебе вылазит эта хрень, это, конечно, немножко напрягает. Понятно, для новичка это полезная тема, но кидает всегда на этот, на гостевой аккаунт, это реально напрягает. Так, давай, 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 давай. Так, что у нас? Тан, 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 тан. Такс, есть. Поехали посмотрим, что по акциям. Так, такие сундуки, такие сундуки. Короче, дофига всего для без доната, что-то не вижу никакой халявы. Ну, здесь вас. Так, хрень какая-то. Вся халява на базаре обычно. Так, шарик есть. Затрату за сменку. Так, здесь ничего не поменяли. Вот, есть. Блин, ну за 4000 самов один камень, ну вы что, гоните что ли? Я за 4000 самов такие столько плюх получу на других серваках, ну это конечно немножко они угорают. Это вон 4000 самоцветов, 400 сумка, ну. Ладно, я промолчу. Поехали на русский сервер, посмотрим, что у нас на русском сервере интересного. Такс, 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 грузится. Ну и как обычно на немочку забежим. Посмотрим, что у нас там ночью, может что-то добавилось. Так, русский сервер. Набор сокровищ, выращивай призы, бонусы, яйца, выгода, сокровищница. У нас толка есть, латайки нет. У нас только так, понятно. Фонарики желаний. Давайте фонарики забежим еще. Тоже ничего такого особого нету. Пожелать. Пожелал. Подтвердить. Так, что у нас такое интересное есть? Самоцвет, временные акции. Накопление. Да, тоже нифига нету интересного сегодня на русском сервере. Единственное, что фонтан вы можете, у кого есть там монетки дополнительно, поднять еще осколки огнекрыла. Они удвоены. И плюс идет, как ни странно, целую неделю. Это очень странно для русского сервера. Так, ну и конечно же немочка. Самое-самое интересное на сегодня. Так, у нас сегодня атака фартов еще вечером. Главное не проспать. Плюхи надо забирать оттуда. Так, тут у нас, блин, вчера был найм, надо было сделать, наверное, найм.
чтобы забрать плюшки. Базар маркет. Ничего такого интересного нет. Все то же самое. У меня, кстати... Ай, блин, не хватит нам 5 этих. Монетки есть, но монетки мы будем хранить. Да, тут все то же самое. Ничего не поменялось. Вчера питомцев забрали, конечно, сумки зефира. К сожалению, провтыкали мы вчера. Это, в принципе, не страшно. Мы и так вчера набрали дофига нормальных плюх. Надо будет сейчас поразгребать еще аккаунт и поделать квестики, посмотреть, что в итоге мы словили. Вообще за неделю, сегодня 7-й день. Попробуем, в общем, посмотрим, что у нас за неделю получилось. Ну, в среднем у меня получилось около 10 тысяч самоцветов. Понятно, там еще дофига было сопутствующих бонусов, но в принципе этого вполне хватило, чтобы нормально сыграть и нормально вытащить плюх. Конечно, не забрали мы последний золотой сундук, надо побольше, но надо будет сейчас копить опять же на дерево, опять придется мне на него копить. Все, ждите видосика по битве гильдии, всем удачи, всем пока.